Жил-был один князь, звали его Крок. И по всем сказочным традициям, конечно же, у него было три дочери. И самая умная и красивая была младшая, Либуша. Но обо всем по порядку. Итак, самую старшую дочь звали Кази. Она была знаменитой собирательницей лекарственных растений и благодаря своим знаниям исцеляла больных. Имя средней дочери было Тета. Она очень хорошо разбиралась в религиозных обрядах, в том числе в жертвоприношениях. Ну, конечно, самой красивой, как я уже рассказывала, была младшая дочь Либуша. Ее уважали за ее мудрость и доброту, но прежде всего за то, что она была пророчицей. Когда не стало Крока, все единодушно выбрали новой княгиней Либушу. У каждой из трех сестер были свои крепости, названные по их именам. Кази жила в Казине, Тета в крепости Тетин, а Либуша, хоть у нее и была крепость Либушин, поселилась на Вышеграде. Но, увы, народ в ту пору был темный и не нравилось людям, что ими управляет женщина. Либуша была по законам того времени девушкой не эмансипированной. И вместо того, чтобы просто отрубить голову недовольным, решила выбрать себе мужа и отдать трон и корону ему. И все же не зря Либушу называли мудрой. Проявив хитрость, она не вышла замуж за абы кого. Ей удалось под видом очередного пророчества послать гонцов за своим суженым. «Вон за теми горами, — сказала она, указывая на горы, — находится небольшая река Белина, на берегу которой расположена деревня, известная под названием Стадицы. В ней имеется пашня в 12 шагов длиной и во столько же шагов шириной. На этой пашне на двух пестрых валах пашет ваш князь». Види место великое. И? Его же славу. Я посмотрю, что он сказал. А, Влада не помнит, училась в школе. Я уже с мальчишки прихожу. Да. В общем, а почему мы это говорим? Вот памятник Либуше и ее мужу. И говорит она ему: вижу место, город прекрасный, и слава его будет. Ну, слава весце будет дотикаться. А, и слава его будет дотрагиваться звезд. Но вернемся к нашей истории. А чтобы послы точно не заблудились, дала им в качестве проводника своего коня. И никто даже не спросил, почему это конь княжны так хорошо знает дорогу к месту, где находился будущий князь. Могу ошибаться, но когда-то такая же статуя стояла на Ярасковом мосту, и когда бомбили Прагу на День Святого Валентина, когда перепутали Прагу с Дрезденом, разбомбили дом, который стоял там, где сейчас стоит танцующий дом. Так вот, разбомбили такой же памятник, который был на Ярасковом мосту. И я не знаю, либо это отреставрировали, восстановили тот старый, или это новый создали. Ну, в общем, история такая имела место быть. Вот этот вот семысл в лаптях и его супруга Либуша уже стояли на мосту пражском. Вот так пастух стал князем и основателем династии Пжемысловичей. Как говорится, из грязи в князи. Причем, если верить легенде, то в очень суровые и очень властные князи. Так что, надеюсь, недовольные женским правлением подданные в дальнейшем были весьма довольны. Однако и Либуша никуда не делась. Она так и осталась мудрой соправительницей, очень любимой народом. И нужно отдать должное, многие пророчества Либуши действительно сбылись. Вот, например, одно из них. Однажды, когда никакой Праги не было и в помине, Либуша поднялась на скалу над Вултавой и сказала: «На берегу Вултавы, там, где сейчас столько лес, скоро будет новый город. Он будет так прекрасен, что кланяться ему будет каждый, как кланяется, переступая порог дома своего. Поэтому называться этот город будет Прага,
По-чешски «порог» — это «прах». Конечно же, существует еще много версий возникновения названия Праги, но это, пожалуй, самое красивое. Ну а вот еще одна легенда. За всю свою жизнь Либуша собрала большое богатство и спрятала его в Вышеградской скале, завещав, что как только жизнь у народа станет очень тяжелой, клад будет найден. Судя по тому, что клад так не нашли, тяжелая жизнь ждет нас еще впереди. А ведь желающих завладеть этим кладом было много. Но об этом мы расскажем чуть позже. Вышеград – это одно из самых старейших мест в Праге. Археологические раскопки показали, что первые поселения здесь появились еще в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. Первые доказательства существования современного Вышеграда датируются X веком, что делает его минимально на 100 лет старше Пражского града. Во все времена Вышеград считался таинственным и мистическим местом. С ним связано множество легенд и загадок. Вот здесь такой безумный вид на Прагу. А здесь вот расписано, где какие мосты. Потому что Прага, вот если посмотреть, она вся в мостах. И здесь макет. Вот железнодорожный мост. Вот он. Вот он перед нами. Палацкий мост. Написан там впереди. Яраскув мост. Мост Легий. Конечно же, Карлов мост. Вот. Грачаны. Вот так вот. И мы на таком вот возвышении находимся. Да. И здесь, на Вышеграде, находится самое знаменитое в Праге кладбище, где похоронены самые легендарные жители Чехии. Ну, например, здесь похоронен Альфонс Муха. Все время вспоминаю во многих видео, потому что обожаю этого художника. А вы знаете, что по Вышеграду проносятся призрачные кареты? Одна из них черная, загробная. О ней существует много вариантов преданий. Иногда ее везут безглавые кони, которыми управляет безглавый кучер. В карете едет безглавый человек, и за каретой бежит безглавый черный пес. Иногда карета такая раскаленная, что оставляет за собой выжженную колею. Карета каждый раз связана с душой человека, который при жизни совершил что-нибудь плохое, а после смерти не знает покоя. А вот если вы на Вышеграде увидите золотую карету, не пугайтесь, она абсолютно не страшная. Раз в 100 лет, ровно в полночь, эта карета выезжает с князем Пшемыслом на Пражский град и всегда до часа ночи возвращается обратно. Таким образом, князь пытается узнать, не пришло ли время выехать на помощь чехам. Есть еще уникальная полотняная карета. На ней все закрыто полотном. Кучер, кони, колеса. Говорят, что полотняная карета возит давно умершего свободного каменщика с Вышеградского кладбища. А еще здесь часто можно встретить обезглавленный женский скелет в белом саване, который часто сидит на насыпи со стороны Нусельской долины и держит в руках свой череп. В общем, вот такая она, легенда старого города. Ну, а... Да, а... Где говорит Королевский дворец? Где здесь был Королевский дворец? Вот тут вот. Где был Королевский дворец? Нет. А, вот это остатки от старого Королевского дворца. Да. Вот здесь начиналась история города, который называется Прага.
и который я, например, считаю одним из красивейших городов Европы. Вообще обожаю в Европе, если брать столицу по красоте, Прагу, Мадрид, очень нравится. Вообще со всей Испании Мадрид больше всего нравится. И Стокгольм. Париж — это классика. Нет, ну... Да, но вообще говорю, из всего, что как бы я видела в Европе, все объехали, конечно, Прага. Мы не всегда ее замечаем, Прагу. Мы здесь живем, мы привыкли. Тут ходишь на работу, решаешь какие-то свои проблемы. И не видишь этой красоты иногда. А вообще, это очень красивый город. Да, не получается приехать в Прагу как турист, но вот серьезно, из всей Европы... Мы только, говорю, никогда не были в Финляндии, надо как-нибудь будет посетить. Вообще, со всей Европы больше всего мне нравится, если не считать Прагу, Мадрид и Стокгольм. Ну, идемте на кладбище. Как бы печально это ни звучало. Раз в час Вышеград наполняется звуками колоколов главной вышеградской достопримечательности – храм святых Петра и Павла, собора с тысячелетней историей. Костел святого Петра и Павла, и Влада тут же добавила, как нашего президента, Петр Павел. Я помню, когда-то на Украине был певец Виктор Павлик. Я не помню, не могла понять, как же его зовут, или Виктор, или Павлик. Так и Петр Павел. Как красиво, какие здесь детали. Ой. Вход в храм составляет 130 чешских крон, или это где-то в перерасчете 5 евро, и посетить его просто обязательно. Конечно же, храм полон тайн, загадок, легенд, историй, но я расскажу вам ту, которая мне понравилась больше всего. Итак, однажды в храме обрушилась одна колонна. Тут же отправили гонца с просьбой к правительству профинансировать восстановление этой колонны. Деньги из казны были выделены, но, как это часто бывает и сейчас, к месту назначения они так и не попали. Тогда в древности это, скорее всего, списали на некие мистические силы, поэтому колонну вынесли на улицу, где и сложили. Так и лежит эта колонна там по сей день. Но, видимо, чтобы наказать потусторонние силы, похитившие деньги из казны, к сломанной колонне придумали легенды о ничего не подозревающих чертях. И, конечно же, окрестили эту колонну чертовой. Кстати, а вот самое удивительное в этой истории – это то, что храм так и стоит без одной колонны.
а по соседству с собором Петра и Павла находится Вышеградское кладбище, которое по праву считается одним из красивейших некрополей мира. И здесь написано, что в 845 году Людвиг XIV, чешский князь и его дружина приняли христианство. То есть 845 год. Ну, понятно, это все происходило не в костеле, но в этом месте. Ну и здесь кладбище, на котором похоронены великие чехи. Альфонс Муха, да, он в стене где-то похоронен. И Куча, это кубизм. А, да, в котором мы кафе были. А, кстати, а где похоронен Карл Готт? Он в том. Вот, ладно. Ага, надо тоже как бы сходить. Некоторые могилы, прям произведение искусства. Вот, какая-то Сахарская, скульптор. Сейчас, секунду. Вот на ее могиле стоит вот такая вот статуэтка. Скульптор Карла Обисова. Кто? Помнишь, это молодой пример? Да, проблемы были у него, постоянно какие-то с ним скандалы были. Вот его, да, премьер чешский. В 15-м году умер молодой. И такая скромная могила у него. Посмотри, это написано. Да, Милада Гаракова. Но... на погребена? Ну что мы поняли, что, например, Станислав Гросс, чешский министр, он подхоронен к кому-то. Вы купили место у кого-то и похоронили там этого человека, потому что здесь просто нет мест. А многих хотят здесь похоронить, особенно каких-то выдающихся деятелей. Кладбище переполнено, конечно, потому что места здесь мало. Вот. А выдающихся людей много. Ну а здесь похоронен Бердрих, сложно выговорить его имя, конечно, Сметана. Вот, тоже очень знаменитый чех. Вот его могила. А вот с могилой Божины Немцовой связана одна интересная история. Когда ученые геологическим радаром осматривали могилу писательницы, то обнаружили, что чуть глубже, чем гроб Божины Немцовой, находится еще один гроб. Предположительно, это захоронение первого чешского короля Вратислава I. Ну и впереди, в стене, похоронен великий художник Альфонс Муха, который после пыток, которым его подвергли, не выдержал и вскоре умер. Ну, он же был не молодой, конечно. Но история Альфонса Мухи очень печальная на самом деле. Он не так уж и был признан в Чехии. Сначала его признали во Франции.
В Чехии он долго не мог добиться признания. Его великолепные картины, славянская эпопея, долго были, хоть он их и подарил Праге, но Прагой были не востребованы. И только вот не так давно их Прага приняла. А вот Карл Чапек, знаменитый, который родился с Ладой в один день, то есть 9 января. Ну, год упустим. Я только на 9 лет младше. Почему на 9 лет младше? Ты на 6 лет младше. Лада, ты считать разучилась? Я шучу. Вот. Ты знаешь, что на 106? Так, я себя чувствую иногда, что примерно такого года я родилась. А там что-то с хвостом стоит, смотрите. Красиво. Смотрите, что там что-то с этим хвостом стоит. Сейчас пойдем посмотрим. Это могила чешского артиста знаменитого. А я не понимаю, почему каштаны лежат на могиле? Да, видимо, какая-то традиция. Семья Млезивова. И вот это у них вот такое стоит. То, что я сказала с хвостом. Вот красивая книга какая-то. А, вот, подожди, Кая Саудык, художник, фотограф. Владислав Горачик. Есть Саудык, знаменитый чешский фотограф. Это, видимо, его родственник, брат, мне кажется. И вот такая могила. Ну, оригинально. Я не могу прочесть, что здесь написано. Где? Вот. Был поздний вечер, первый май, вечерний май, был лаский час. Был поздний вечер, первый май, вечерний май, был час любви. Именно Карла Гинека Маху вспоминают весной в мае под цветущими деревьями. Осень 1836 года стала для поэта роковой. В тот год летом он окончил последний курс юридического факультета университета в Праге. Издал поэму «Май», получил работу в городе Литомиржице. Его возлюбленная Лора родила ему сына. 8 ноября должна была состояться их свадьба. А за 3 дня до назначенной даты, 5 ноября, чешский поэт Карл Гинек Маха скончался в возрасте неполных 26 лет. А это могила величайшего Антонина Двожака.
А вот еще на Вышеграде есть один ресторан знаменитый. Но я не буду его долго снимать, я отойду, расскажу дальше, что было. Когда был коронавирус, в Чехии, естественно, все закрыли, всех там всем запретили ходить куда-то. И был в тот момент в Чехии один министр здравоохранения. Как его звали, не помнишь? Не помню. Ладно, я найду, напишу. Он очень был за все хорошее, в плане того, что все надо закрыть, всех надо закрыть, никому нельзя выходить. В общем, однажды он где-то там выступал опять за очередное, за очередные ограничения, все, все закрыть, всех проверить, чтобы чтобы ни комар носа не высунул на улицу. Да, и вот этот министр здравоохранения выступал очень-очень сильно за полный локдаун, абсолютный локдаун. Вот. И что случилось однажды? Однажды он вот один из таких своих выступлений опять где-то там, где-нибудь там в парламенте или где-нибудь решали, он повыступал и отправился сюда, на Вышеград, в этот ресторан покушать. При этом людям запрещено было ходить в ресторан. Да, рестораны все были закрыты, но лично ему открыли этот ресторан. И только ему, еще там какие-то политики были. Да, там были политики вместе с ним. Такие же, как и он, которые были очень сильно за то, чтобы все закрыть. И его подловили здесь журналисты. Был огромнейший скандал. Он, да, с фотографиями, как он сидит, жрет в этом ресторане, в компании своих же, без масок причем это все было. Нужно же было всем еще и маски носить. Вот, и был огромнейший скандал из-за этого. Там везде об этом писали. Он так тупо отмазывался. Он отмазывался, типа, там, чуть ли не до того дошло, что я пришел проверить этот ресторан, если они работают. Я уже не помню всю эту историю, что он там плел. В общем, он тулил такие отмазки, которые просто смешно, что вот люди, министры, не могут нормально соврать. А я не помню, его вроде бы уволили? Его уволили, а он сказал, я не уйду с поста министров. История была ужасно смешная. Ну, в общем-то, как все тогда очень абсурдное было во времена коронавируса. Ну, вот министры, которые запрещали нам посещать рестораны, сами свои запреты, наверное, писали в ресторанах. И, кстати, чехи к этому ресторану, когда все это произошло, начали сносить свечки как бы в память о бывшем министре, о его работе. Что да, он закончил с министерской должностью. То есть, пока все рестораны были закрыты, вот этот ресторан был открыт. Но открыт был не для всех, а только для небожителей, министров и так далее. Я помню, здесь было... Ага, да. О, какой красивый плакат у них далеко. Здесь, вот прямо здесь стояли поминальные свечи. Чехи приносили поминальные свечи в память о том, что министр умер для них как министр. В общем, вот такой он Вышеград. Еще отсюда открывается очень красивый вид на Прагу. Ну, понятное дело, потому что мы находимся на горе. А вот впереди знаменитый мост Нюсельский. О нем мы снимали уже видео. Еще его называют мостом самоубийц. Ну вот, у нас вид сейчас на Нюсельский мост. Который ездит метро. Да, а в нем внутри метро ездит. Станция метро так и называется. Вышеградская. Именно из-за того, что здесь находится Вышеград. А еще на Вышеграде есть ротонда Святого Мартина, которую построили еще в XI веке. Это одно из самых древних сооружений подобного рода в Праге. В ротонде часто останавливались бедняки. Согласно преданиям, здесь можно было услышать, как под землей шевелятся кости усопших. Неимущие, которые приходили сюда на ночлег, настолько к этому привыкли, что даже не удивлялись. Когда ротонда стала часовней, и в ней начались богослужения, останки похороненных вокруг нее выкопали и захоронили в другом месте. С тех пор потусторонние звуки в ротонде прекратились. Но это не все легенды Вышеграда. Еще одну легенду мы вам сейчас расскажем, но для этого нам нужно попасть на правильное место, куда мы сейчас и идем. Вот, после этого мы наконец-то
отправимся в кафе «Совой», в который не можем попасть уже очень много времени, из-за того, что туда все время очередь. Ну, сегодня мы решили не ходить вокруг да около «Совоя». Мы просто сегодня сделали там резервацию на 5 часов вечера. Так. Сделали сегодня резервацию на 5 часов вечера, и в 5 часов вечера мы идем в «Совой». И, конечно же, расскажем и покажем вам, что почем в «Совой». А «Совой» — это, конечно же, одно из тех мест в Чехии, которые обязательно нужно посетить. Наравне с рестораном «Лувр», в котором мы уже были, наравне с рестораном с обычным домом, например. Ну вот, сегодня мы покажем «Совой». А вообще, у нас сегодня прохладно. Да, такое вообще освещение некрасивое, мы такие серые, страшные, старые. А вообще мы цветные, молодые, красивые. Ну, а кого? А вообще, что мы еще выяснили, что «Совой», кафе «Совой», у них же очень знаменитые считаются десерты. Считаются не просто знаменитые, а лучшие в Праге. И многие именитые, не все, но многие именитые рестораны чешские десерты закупают именно в «Совой». То есть «Совой» их готовят, а потом в других ресторанах их перепродают. Но «Совой» именно и славится своими десертами. Поэтому очень рекомендуем, кто приедет в Прагу, кто здесь живет или кто хочет сюда приехать, посетите «Совой». Вот. А мы сегодня его тоже посетим и расскажем и покажем. Ну, я уже об этом говорила, что расскажем и покажем. Конечно, расскажем и покажем. Вот. Я когда-то была в «Совой», не в «Совой», а тоже, мне кажется, коронавирус или что это было. Мы из окошка купили. Купили, я уже не помню, что это было. Ветерник. Нет, он называется иначе. Ветерник. Венечек. Венечек мы купили. Купили венечек, там очень хорошие круассаны. Круассан купили, кофе, чай. И было действительно все очень вкусно. Вот это я запомнила, что действительно очень вкусно все было. Вот сейчас пойдем и еще там, ну, мало того, что вкусно, там еще очень красиво. Но что я рассказываю, что я забегаю вперед. Ладно, прежде чем поехать в «Совой», мы идем на еще одно место, которое имеет отношение к легендам Вышеграда. А вот над нами Вышеград. Только что мы там наверху стояли, сейчас мы снизу на это смотрим. С левой стороны река Вултава. И мы приближаемся к одному тоже известному месту, ну, известному в истории Вышеграда месту. На самом деле это красивая легенда. Сейчас мы вам ее расскажем. Вот это место. Как я уже рассказывала ранее, в Вышеградских скалах спрятано золото Либуши. Многие мечтали им завладеть. Так, например, в одной чешской деревеньке жил фермер Горимир, у которого был умный конь Щемик. И вот однажды один князь решил заняться поисками клада и начал подстрекать крестьян, бросать свои хозяйства и становиться шахтерами. Горемир, испугавшись, что такое увлечение поисками сокровищ приведет к голоду, потому что некому будет работать на земле, попытался вразумить крестьян. Но крестьяне, конечно же, не послушались его, а наоборот разозлились и сожгли все его имущество. В ответ Горимир с единомышленниками сжег шахтерский городок. За это фермера приговорили к смертной казни. Но по законам того времени за осужденным оставалось последнее желание. Горимир попросил покататься по двору замка на своем щемике. Когда фермер сел на коня, то что-то шепнул ему на ухо. И тут конь, рванув с места, перепрыгнул через крепостной вал и, поскакав вниз по скале, перепрыгнул на другой берег Вултавы. Щемик спас хозяина, однако такой прыжок отнял у него все силы, и конь умер. Но перед смертью попросил хозяина похоронить его на скале. На каком языке разговаривал конь
И как хозяин не умер после такого прыжка, история, конечно же, умалчивает. Но говорят, что все это чистая правда, как и все остальные легенды Вышеграда. Толстая мышь. Вот она. Это название отеля, видимо. Ну, а мы идем в Совой. В ресторан. А? А, это ресторан «Толстая мышь». «Толстая мышь» — это ресторан. Да, для толстых мышей. И вот смотрите, какая красота. Это мы находимся в центре Праги. Нет туристов. Вот такая улочка. Какие здесь дома. И похоже, что здесь живут люди. Ну да, живут. Квартиры, да. Вот какой вход. Номер 403. Вот имена, фамилии, где всех. Ну, пишут. Да, а вот здесь мне еще нравится вот такое вот. Вот такой фонарь висит. Какие детали все красивые. Это отель уже. И недалеко этого места находится Совой. Ресторан. Это библиотека? Ну и, конечно же, все засрано. Не все, слава богу, но засрано граффити. Как красиво. И там кто-то белье сушит. Но это, я не думаю, может, может отель какой-то. Отель. Да, отель, видимо. Да, полотенца, ну, их что, вручную стирали? Не вручную, в смысле, вручную сушат. Да, у кого-то какой вид наверху. Офигеть. Ну, там же, смотри, там оно все открыто, да. Видите, как в 2002 году здесь было все затоплено. Вот эта улочка была, к сожалению, под водой. Просто у нас еще много времени, у нас на 5 часов это резервация. Еще полчаса у нас есть. Вот прогуливаемся по красоте. А вот мы идем и обсуждаем, что Прага очень красивая, очень красивая, но какая она грязная. Да. Прага очень грязная, особенно очень сильно исписанная всякой сранью, извиняюсь за выражение. Красиво все. Вот. Ну ладно, и там вот чешский флаг. Просто зачем? Он портит всю картину. Да. Уже нет законов. Да, нет нормальных законов, чтоб наказывали за вот эту, вот эту. Впереди это мой любимый вид. Смотри, здесь нет и этого мниха. О, да, монаха убрали. Здесь монах стоял, молился. Вот какие красивые башни на мосту Легии. И вот что здесь. Это нужно было куда забраться, чтобы вот только накалякать. Да, видимо, нет закона. Ну как, вот зачем? Зачем? Нет, нет закона, и у них у всех есть мозги. Вот это очень плохо. Славяне, ну, славяне, конечно. Которые любят, что... Слушай, славяне, не славяне, сомневаюсь, что где-нибудь... Что, в Германии такого нет? Ну, немцы такое, ну, я не думаю, что в Москве такое. Ну, вот мы подходим к ресторану «Совой», к кафе «Совой» и закон подлости. Сегодня, когда мы сделали резервацию, здесь никого нет.
Ну, внутри, конечно, сидят люди. Но обычно здесь стоит очередь, и мы не можем попасть внутрь. Мы просто проходим мимо. Поэтому мы сегодня делали резервацию. Не сегодня, а вчера. Ну, может, вот эти двое ждут. Ну, короче, сегодня никого. Нет очереди на улице. Кстати, у Влады есть опыт работы в кафе «Совой». Она когда была студенткой, да? Ну, да, мне было лет 21. А тебе сейчас сколько? 70. Так вот, Влада один день продержалась в этом кафе, говорит, работа адская. Не, мне моя работа была уносить грязные тарелки в кухню. Так что мне не понравилось. В общем, проработала она здесь день и сказала, ноги мои здесь больше не будет. Да, только сюда надо приходить в качестве клиента. Говорит, что она сюда повелась, потому что им пообещали... Что? Одна из причин. Одна из причин была, что им пообещали обед от ресторана. Да. Ну и какой был обед на самом деле? Обед, думаю, из остатков, потому что здесь другие не съели. Обед — это были остатки после посетителей. Да ну! Нет, а нет. Нет, остатки я не говорю, от посетителей. Так я шучу. Не от посетителей, а от того, что из суровин. Остатки продуктов, которые остались, которые не доели, которые не пошли. Остатки продуктов, которые не пошли на блюда основные. Какое-то маленькое помещение здесь наверху. Чулан. Да, наверное, и там мы сидели, это в темноте. Ну да, в общем, как в фильме. Кто видел фильм «Аббатство Даунтаун», как там слуги ели. Да. Вот здесь так и ели. Так здесь так. Да, она ожидала, что они придут, сядут за стол, а их отправили в чулан, и там в темноте они питались остатками с кухни. Кстати, в кантине так и есть. Там у них стол даже есть для этого, чтобы когда... Мы сейчас говорим об этом ресторане. В общем, у Влады опыт работы здесь. Относила грязную посуду до официанта. Она... Что? А хлеб она резать не умеет, говорит. Я заказала торт «Совой». Говорят, очень вкусный. Эдик себе заказал классику, чешскую классику, это ветерник. И здесь он очень вкусный, с карамелью, с кремом. Это действительно очень вкусно. А Влада себе заказала бухтички, тоже чешская еда. Оно тепленькое. С ванилью. С ванилью. Еще Влада себе заказала шоколад. Это как хлеб, очень, да, что, ну, с ванильным кремом, такое как бухточка, это кекс какой-то. Вот я украла у Эдика крем из ветерника. Какой он вкусный! Я нигде вкуснее крема в пирожных не ела. Даже в детстве, когда мы ели трубочки, знаменитые советские. Такой крем не был. Это я не знаю, из чего этот крем, сливочный какой-то, но он очень вкусный. И чувствуется еще вкус карамели в нем. Такой нежный. Конечно, здесь, если в Чехии есть ветерник, то идти только в кафе «Совой», больше никуда. Нигде вы такого ветерника не попробуете, как в Чехии. Как в кафе «Совой». В общем, в этом торте, чувствуется отсылка к Захеру, потому что есть шоколадные коржи тоже есть. Шоколадные коржи и крем похож на тот, который у Эдика в ветернике. И смазано это все черносмородиновым вареньем. Не абрикосовым, как в этом Захере, а черная смородина. Ну, в общем, насколько вкуснее можно придумать, чем придумали Захер. Так вот. Тоже, как бы, оно что, я бы сравнила его с Захером, но далеко куцому до зайца, как говорят.
далеко за Хиру до вот такого вот тортика, который подают в кафе «Совой». Да, а еще очень хвалят здесь круассаны. Говорят, очень вкусные круассаны. В общем, а сколько мы заплатили, Эдик? 1039 это... А? Ну, 1100, да. Это 40 евро. 40 евро мы заплатили за вот то, что мы ели. В общем, очень всем рекомендую, кто будет в Праге, или кто живет в Праге, но никогда здесь не был, обязательно попробовать ветерник в кафе «Совой». Это самый лучший ветерник, который вообще продают. Если хочется сэкономить, попробовать ветерник дешевле, но тоже вкусный, то идите в магазин «Глобус», и там в цукрарстве, в кондитерской, очень вкусные ветерники. Но в кафе «Совой» самые вкусные ветерники в Чехии. Это правда. Но все остальное. То, что ела Влада, бухтички, оно может быть ужасно вкусное, я не знаю. Но для меня это такое, то, что в деревне у бабушки. Чешское деревенское блюдо. Детское. Ну, ради этого я бы не стала идти в ресторан. И тортик, который я съела, очень вкусный. Ну, тоже ради него не стоит идти, потому что в Чехии масса вкусных тортиков готовят. Просто попробовала. Ну, конечно, ради ветерника сюда стоит прийти. А ветерник – это чешский национальный десерт. В общем, вот такая история у нас произошла сегодня. На этом все. Спасибо за внимание. Ууу, какие картины там висят. Спасибо за внимание. Следующая неделя мы поедем вон из Праги. А потом суп с котом. Мы уедем, улетим уже, а не уедем. В общем, такие дела.